меня вдруг, как это называется, пробило. У меня была записная книжка, и я стал в эту записную книжку прям вот так вот сразу писать стихи, и все это как бы было с рифмой, и мне даже казалось, что это... И там что-то дошло до какой-то цифры, помню, чуть ли не 14. Вот, и это как-то так радовало меня. Но мысли, я просто так думал, у меня это как будто получается. А потом в армии тоже есть библиотека. Я зашел в библиотеку, и первое, что вот так рядом лежал небольшой маленький томик Тютчева. Вот. Я прочитал и аннулировал все эти страницы. Дальше меня это уже посещало вот здесь, вот, в театре, когда мы что-то сочиняли для того, чтобы веселить себя. Нет, попыток не было. Был случай такой, да, 2 года назад. Сделал такой, что ли, экзерсис. Я рассказал идею своему другу, с которым очень много работал и много снимал, а он убедил меня, заставил как бы писать, и я написал сценарий «Полного метра», и мы получили этот сценарий, поддержку, и сняли кино. Но это совершенно не произвело со мной никакого действия, в том смысле, что, так скажем, я же открыл себе что-то новое. Это... Я сказал, что такое, это такое упражнение, если оно когда-нибудь еще случится, может быть, да, может быть.